сегодня здесь для того, чтобы фиксировать помощь японского правительства для Украины. 348 автомобилей Toyota Prius, которые являются гибридными машинами в рамках зеленой программы, пришедшими на смену наших старых УАЗиков и ВАЗов. Эти автомобили предполагаются для Киевской патрульной службы, а также для Одесской патрульной службы. Впереди у нас Львов и Харьков. И что достаточно важно, о чем мы имели сегодня беседу с господином послом сейчас на переговорах, это далеко не последняя наша совместная акция. И полагаю, что это наше сотрудничество будет иметь развитие и продолжение.